Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня очень-очень важная новость для моих подписчиков. Как все вы знаете, сейчас проходит событие квест Big Boss Expedition. И в этом Big Boss Expedition вы можете забрать себе жетон, который обменять на танчик. Но это очень сложно сделать, потому что действительно необходимо сделать огромное количество побед. Для своих зрителей, которые смотрят меня с подпиской, я смог получить возможность пятерым получить данную машину с меньшими затратами по усилиям, и плюс к тому, ребят, еще пятеро получат Шеридана ракетного. Как это сделать, в данном видео сейчас буду рассказывать. У меня абсолютно нет времени на то, чтобы снимать какое-то красочное видео с переливающимися картинками и накладывать красивые бои на Шеридане либо на CS-52, поэтому давайте просто послушаем и запомним. Что касается того, что необходимо сделать. В первую очередь, вам необходимо быть подписанным зрителем моего канала и прожать колокольчик. Это сделать можете по желтому шильдику в правом нижнем углу. Подписаться и нажали на колокольчик для того, чтобы не пропускать выход новых видео. Это очень важно, и почему, буду объяснять чуть позже. Что необходимо вам дальше сделать? Вам необходимо под данным видео на YouTube, которое вы сейчас смотрите, в комментарии написать свой никнейм и через косую линию свой ID. Самый простой способ это сделать, это нажать на свой профиль. В профиле рядом со своим никнеймом нажать на иконку. Снизу появится надпись ник и юзер ID скопированы. После этого, друзья мои, вы переходите в комментарии под видео и в строке комментария просто нажимаете Ctrl-V, если вы делаете это с компьютера. Второй способ, которым вы можете это сделать, правая кнопка мыши «Вставить», будет все то же самое. Либо вы можете вручную прописать в комментариях свой никнейм, косая и свой ID. Причем, друзья мои, не должно быть никаких пробелов, ничего лишнего. И, пожалуйста, не пишите какие-то тексты «Зарегистрируй меня, пожалуйста» и тому подобное. Если вы играете не на евросервере, обязательно пишите «Сервер», двоеточие и указание сервера своего. Для тех ребят, которые играют на Лесте, к сожалению, ввиду того, что я играю на евросервере, на данный момент для Леста я не имею возможности зарегистрировать игроков в участии в данном событии. Поэтому, друзья мои, отнеситесь, пожалуйста, с пониманием, я работаю в данном направлении, пока не знаю, когда смогу одержать победу. Что касается другого способа внесения информации. Если вы будете делать это с телефона, либо если вы будете делать это с планшетом, то таким же образом вы копируете данные, как я вам показывал в игре, но в строке для комментария зажимаете строку, на курсоре появляется менюшка и в ней выбираете «Вставить». Таким образом появляется все то же самое и отправляете комментарий. Больше ничего делать не надо, просто подписались и просто вставили сюда свой никнейм со своим ID. Что вы делаете дальше? Дальше, в пределах игрового события, до 21 числа включительно, до 21 мая, уточнюсь, вы играете в танки и вы собираете максимальное количество побед. Теперь по примеру, если я соберу список 100 человек, и вы займете с 1 по 5 место по количеству побед, по результатам подведения итогов 21 числа, играете до 21 включительно, то есть 21 числа вам тоже необходимо поиграть. Первые 5 человек, которые будут лидерами в списке по количеству побед, получают себе Шеридана ракетного. Те ребята, которые займут с 6 по 10 место включительно в списке по успешности по количеству побед, забирают абсолютно бесплатно CS-52 Лис. Что необходимо сделать еще? Буквально через пару часов на канале состоится прямая трансляция, будет стрим, на котором я дополнительно буду отвечать на вопросы и пояснять, как зарегистрироваться. Вам необходимо будет на этом стриме обязательно в чате стрима написать свой никнейм, либо написать свой ID, в зависимости от того, что вам написать легче. Заходите на стримчик, для того, чтобы стрим не пропустить, обязательно нажимайте, как я уже говорил, на колокольчик, и вы обязательно должны быть подписаны. Плюс к тому, отслеживайте на самом канале факт выхода, вдруг колокольчик не сработает. Приходите на стримчик, плюс к тому, ребят, на стриме будет разыгрываться Battle Pass на следующий месяц, не на май, на июнь. Какие призы там будут, я в курсе, я больше чем уверен, что вам понравится. И, друзья мои, помимо того, что вы получаете особый пропуск, вы еще получите лицензию, которая позволит вам проходить Battle Pass гораздо быстрее и открывать, соответственно, себе дополнительные недели раньше, чем другие игроки. Поэтому, друзья мои, всех жду на прямой трансляции для получения дополнительной информации по тому, как забрать одну из этих двух машин, ну и для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше особого пропуска на следующий месяц. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!